В 9 серии сериала «Годунов. Продолжение» Федор Годунов призывает Ксению идти к Гермогену в Москву и поднимать народ против иноземных захватчиков. Нечай сообщает о том, что поляки готовят подкоп под Троице-Сергиев монастырь. Федор Романов предлагает Гермогену призвать сына польского короля Сигизмунда на русский престол. Дабы выиграть время, Федор Романов отправляется королю Сигизмунду. Ксения получает благословение на то, чтобы идти в Москву и поднимать народ на борьбу с польско-шведскими захватчиками. Поляки начинают штурм Троице-Сергиева монастыря. Илийка решает идти к ним навстречу по потайному лазу. Находясь в плену у поляков, Федор Романов узнает о том, что Василия Шуйского свергли с престола. Посмотреть очередную серию вы сможете 29 марта.